Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Предлагаю рецепт быстрого тортика, который очень подойдет к летнему чаепитию. Никакой выпечки, никакого приготовления крема и при этом очень много вкусных сочных ягод. Очень свежий и нежирный. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Я беру черную смородину, добавляю сахар, кукурузный крахмал, хорошенько размешиваю, пока крахмал весь не впитается. Отправлю на умеренный огонь и, размешивая, доведу до кипения. Затем буду варить примерно 30 секунд. Получившейся массе даю остыть. В качестве крема я беру такую творожную пасту, она уже сладкая и со вкусом клубники. У нее как раз такая кремообразная консистенция. Печенье беру обычное, шоколадное, обмакиваю со всех сторон в молоке и выкладываю в форму. Форма у меня 20 на 20 сантиметров. Долго держать печенье в молоке не нужно, просто обмакнуть и все. Сюда подойдет обычное песочное печенье и не обязательно брать шоколадное. На печенье выдавливаю половину порции творожной пасты прямо из пакета. Распределяю ровным слоем. И местами выкладываю ягоды. Затем точно так же выкладываю второй слой печенья. Кстати, если у вас нет такой творожной пасты, соедините творог, сметану или йогурт, сахар и пробейте их погружным блендером до однородности. Тем временем выдавливаю оставшуюся часть пасты, разравниваю и также сверху кладу немного ягод. В завершении слой печенья. Выкладываю ягодную массу и распределяю ровным слоем. Количество ягод берите на свое усмотрение, можете использовать больше. Даю тортику пропитаться при комнатной температуре минут 30 и затем убираю на час в холодильник. Время пропитки, конечно же, зависит от толщины печенья. Вкусный, ароматный и нежный тортик готов. Кстати, в данном случае он получается с выраженной кислинкой. Если вы любите послаще, кладите больше сахара. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Смотрите и другие мои не менее простые и вкусные рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.